21 октября 2024 года. Иду со знаменки в Орел. На этом месте в советское время работал ресторан ЦОН. И вот я вам показываю то, что осталось от него. А именно плитка. Также остатки стены. Сейчас мы посмотрим на остатки стены. Также сохранился подвал, бетонные перекрытия. Там набросан какой-то мусор, покрышки. И вот остатки стены ресторана ЦОН. В прошлом ролике мы посмотрели статуи деревянной трех богатырей, поклонный крест и въездной знак город Орел. И в этом ролике мы еще осмотрим остатки Орловской сельскохозяйственной выставки, которая работала 1950-е годы. Замысел, наверное, был по типу выставки достижений народного хозяйства в Москве. Здесь также неподалеку имеется улица с названием Выставочная. И вот мы посмотрим на то, что от нее осталось на текущий момент. Хорошая погода, около 12 градусов даже, кажется, тепло достаточно. И мы осматриваем остатки Орловской сельхозвыставки. Сейчас посмотрим статуи рабочего и колхозницы. Шуршит листва под ногами. Замечательное место. Я его не раз снимал в своих роликах. И проходя мимо, сниму и теперь. Заросло, конечно, все деревьями, травой. Но память об этой замечательной эпохе мы, старожилы Орла, помним. Сохранилась она у нас. Как и воспоминания о нашем советском детстве. Вот рабочий стоит со свитком. Не знаю, что на нем написано даже. И также колхозница. Две замечательные статуи, которые радуют нас уже которое десятилетие. С 50-х годов, представьте, 70 лет, они стоят под открытым небом и как бы чего-то ждут. Или как бы что-то говорят нам. Рабочая колхозница. Представляете, как здесь хорошо было на выставку попасть сельскохозяйственную. Вот. Я вообще раньше думал в детстве, что это трамвай тут разворачивался, трамвайное кольцо. Потому что на Химаше тоже трамвайное кольцо, и на вокзале тоже. В общем, как-то это ассоциировалось у меня с трамвайным кольцом. Герб РСФСР. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Лепнина такая. Ну и также можно зайти внутрь под колонны, посмотреть на своды. Вот. Заходим мы под этот портик, или как это называется, не знаю. Смотрим. Мощные колонны. Сантиметров 50, кажется, толщиной. Лепнина тоже в виде узоров. Видим и лепнину, которая тоже устояла. И вот такой вид внутри.
и снаружи снял я для вас. Благодарю вас за просмотр. Подпишитесь на мой канал «Природа и культура». Если понравился этот ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. И можете также пополнить баланс моего сотового телефона. Мегафон 8-920-889-20 на услуги связи. Всего вам доброго. До новых встреч.